Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, в принципе, ребята, то, что я хочу сказать, что в этой серии не будет у нас выбора победителя, да, так как я уже, в принципе, говорил, что это будет, в принципе, иногда мы будем их выбирать, да. Давайте сразу же пойдем убьем этого босса. Так, нужно было вылечить, ну ладно, вылечим его так. И то, что я говорил, ребята, что я, может, сейчас возьму себе там несколько... Нет, он не в земле, отлично. Что я выкинул? То, что я возьму себе несколько экспешеров, да, так как я говорил, можно сказать. Вот, сразу же попали на него. Потому что у нас уже 5 покемонов, а вот каждый раз вот так менять их. То есть выбираем одного, потом другого, это уже... каждый раз так это капут. в принципе, хотя может быть. Так. Отлично. Что там выпадет? Ух, отлично. Ну, это потом может, если... Точно, вот это я забыл. Вот так пускай будет. Там у нас тоже вроде был покемон босс где-то... Где-то вот... Сейчас, давайте этого убьем. Так, главное опять быстро не клацать, потому что может выкинуть... Там у нас сзади был покемон босс, но он уже, походу, я так думаю, что пропал, потому что давно он там был, а покемон боссы надолго не задерживаются, можно и так сказать. Так, ну что? Нет, никого там нету. В принципе, ребята, как я говорил, давайте возьмем себе, может, там... Ну, чтобы тоже не наглеть, ну, не то, что не наглеть, а просто-напросто, чтобы очень много себе экспешеров не брать, да, давайте возьмем себе там парочку. Например, там 3 штуки, да, у нас 6, допустим, максимум в команде 6 покемонов, мы возьмем 3 штуки, то есть половинку. Да, ладно, вот так, отлично. Так как, в принципе, я уже говорил, да, что возьму экспешеры, как я говорил, но... В принципе, никто не был против, да, и, в принципе, вот сейчас мы взяли. В принципе, о, еще один покемон-босс. Мы потом и так их сможем выбивать с тех же покемонов-боссов, да. Но сейчас они нам действительно нужны. Давайте сразу же поставим один вот сюда и один вот сюда. Отлично. Так, ну что, потопали. Потопали, только, пожалуйста, не в земле. А он, как всегда, в земле. Ну, конечно же, где же еще может покемон-босс заспавниться? Только в земле. Ну, почти что. Нет, у нас лопата ломается. Я забыл ее сделать. Хотя, я думаю, этого еще успеем убить. Ну, как бы, сможем. Только он что-то, ну, очень так далеко зарылся вот там в земле. Ну что ты там? Ух. Ни хрена себе. Он что, сейчас в шахтах спавнится? Что-то я как-то... Ну как бы... Ладно. Давайте вот так. Нет. Ладно, давайте вот так. Нет. Ладно, давайте вот так. Так, ладно, походу давайте Эмфороса. Опять confused. Да ты чё, прикалываешься саблой? Чё ты нас конфузишь-то столько? У тебя чё, других атак нету? О, наконец-то. Во, пошло. Ух, ни хрена себе он бабахнул. Да ты заколебал конфузить. Ух, наконец-то. Так, что там выпало? Давайте сейчас посмотрим. Фаерстоун. Вот так, отлично. Ну, чё, фиг его знает, будем ли мы еще вниз куда-то там копаться. Вот так, сейчас. В принципе... Ух, охренеть, тут куча... так, фосил, нету случайненько. Какого-то там фосила. Вдруг. Там нету. Ой, да чё ты... Так, это какая высота? 11-я. Дотопали мы сюда.
Там я тоже что-то нифига не вижу. Ладно, давайте-ка мы назад будем возвращаться. Вот так. Отлично. В принципе, идем мы вылечим наших уже покемонов. Вот так. И сейчас я так думаю, что давайте вот это все поскладываем вот сюда, потому что у нас уже тут куча всего насобиралось. Давайте вот это вот сюда, это сюда, это сюда. Давайте тогда уже сразу же будем вот это все выкладывать вот так, вот так, отлично. Тут у нас что? Что тут у нас, пускай шапки будут, да? То есть вот так и вот так. Это мы да фиг его знает. Шапки, ну вот это давайте все вот это заберем. Поставим вот сюда. Вот так. Вот так, отлично. И давайте все вот это. Ух, ни хрена себе, у нас 20 ультраболов есть еще. Вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Офигеть, у нас сколько ультраболов. Давайте это все тоже вот сюда поскладываем. У нас 4 ультрабола есть. А может нам больше сделать? Я думаю, что... Одна Раркенди, это еще откуда? А, да, вспомнил. Выбыли мы из... Ну, вспомнил, куда мы это имеем. Так, ну, в принципе, я думаю, ребята, давайте-ка мы это еще... Еще где они? Вот. Еще немного себе сделаем. Ультраболов у нас тут, в принципе, сейчас может быть еще 20 штук. Так как... Ай, вот так. Так как, в принципе, у нас осталось 4 ультрабола, мы потратили приблизительно там... Сколько мы потратили? 2-3 ультрабола на шайни Диглета, да? В принципе, действительно, это Диглет, но все же, как бы, первый на шайни, да, в этом сезоне. Потратили мы на него, но, в принципе, хотя бы мы его словили, да, можно и так сказать. То, что я не знаю, ну, конечно же, наверное, мы еще будем дальше продолжать каких-то ловить покемонов. Я не знаю, будет ли Диглет у нас в команде, как бы в первой команде, да, покемонов. У нас же есть огненный, у нас есть электрический, у нас есть Литвик, это призрак, да, и у нас есть Венозавр, это травяной. Вот сейчас нам нужно одного водного, да, то есть или Пиплупа, или там Сквиртла, или Ашавота, и еще одного фиг его знает. Гастли это у нас, наверное, будет потом во второй команде, так как Гастли это тоже призрак. Может, Зоруа, если найдем, или может, то есть Дарк, да? Или может того же Саблея словим. Фиг его знает. Нужно потом посмотреть, ребят. Или может Иви найдем и сделаем какую-то там Амбриона или Глассиона. Что-то такое. Так. Отлично, 20 штук мы уже сделали. Сейчас дайте-ка я посмотрю, есть ли у нас. Да, есть. То есть мы сможем себе сделать покеболы, да, так как я думал, у нас просто-напросто нету вот этого. Да твою ж камня, да? То есть булыжника пережаренного, я думал, у нас нету. Но оказывается есть. Ай, чё я сделал? Охренеть. Чё оно так как-то смотрит? Да ты чё, прикалывайся? Да я не так хочу тебя поставить, а... Ну ладно, стой так, если тебе так... Не знаю, почему оно так стало и... Так, ладно, ну что, давайте уже доделаем вот эти ультраболы, чтобы хотя бы у нас было там 20 штук и... Пойдем ловить покемонов. Ну, сейчас, секундочку. Да, у нас Иви тут написано. Я думаю, это сюда писать, в принципе. Ну, как бы, чтобы мы находили ее, да? Так, сейчас вот. Вот так. Да ты че ж прикалуешься, что ли?
Шайни, 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 шайни. Только не говорите, что опять это Диглет, потому что Диглет, потому что если это Диглет, то идите в жопу, Диглет. Да, Диглет. Диглет, Диглет. Удиш! Ух! Ух, ух, ух. Это, если честно, офигенно. Но вот то, что у нас 4 ультраболы, это не очень офигенно. Но хотя нивел левел 6, да. А, в принципе, даже не нужно было очень много тратить ультраболов, да, с первого же. Еще один шайни. Офигеть. Шайни одишь. Ну, конечно, офигенно, но было бы еще намного лучше, если бы он заспавнился до того, как мы словили Бульбасавра. То есть сейчас есть у нас Шайни Одиш, но мы его не будем использовать, потому что, в принципе, у нас есть Венозавр, да? Но тогда можно считать, что он пойдет в нашу вторую команду. Так. Фу, ну что, давайте. Вот так стоим, да, делаем себе покеболы, и вот Шайни там заспавнился. Ну, в принципе, у нас уже два шайни есть. Это Диглет и это Одиш. Уже, в принципе, офигенно. Ух, точно. Вот что я вспомнил. Нам же потом опять алтари же нужно будет покупать, если мы, конечно, их не найдем. А ну ладно, это уже потом, да? Это уже пошли легендарные. Там, чтобы... Что, сколько у нас... Сейчас. За сколько у нас был один легендарный? Ух, если бы я помнил, вроде 200 алмазов, или, да, 200 вроде алмазов, да, у нас был один легендарный, то есть алтарь. Это уже потом, у нас, в принципе, еще даже ни одного мастербола нету. Фу, ну что, наконец-то. О, курочка. О, офигеть, сколько у нас тут еды еще. Давайте-ка мы все вот это поставим вот сюда. Вот так, отлично. Где у нас вот тут у нас вот это. Ресурсы вот сюда. А вот это вот сюда. Ресурсы вот сюда. Давайте еще, может, немного. Ух, у нас уже почти что и железа не осталось. Так. Отлично, 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 отлично. Сколько мы там сможем сделать себе? 20. 20, 20, 20. Вот. Так. Вот, отлично. 20, 20. Ультраболов уже темнеет. И вот так, отлично. И вот так, и вот так. Ребята, у нас 23 ультрабола уже. Уже. Можно уже спать, да, можно. Поспим. Отлично. Ну что, ребята, идем ловить каких-то покемонов. Иви у нас же записано. Давайте куда там мы сейчас пойдем. В ту сторону. Мы еще там не были. Мы туда шли, да, но фиг его знает. Далеко мы не пошли, да, вот только до туда дошли, потому что нашли там какого-то покемона-босса, да. Так. Отлично. Еще и уровень подняли кому-то. Диглету, походу. Так, ну что? Есть тут кто-то? Какой-то боссик? Боссик. Может, в принципе, мы и найдем еще какую-то там... фиг его знает. Деревню? Может. Так, опять я быстро клацаю. Не нужно быстро клацать, потому что может выкинуть опять. Так. Покушаем. Отлично. Потопали. Куда-то мы вот сюда. Нам бы, конечно, было бы офигенно найти какую-то там пустыню. Сразу же бы... О, босик. Сразу же бы словили каких-то новых покемонов, потому что в пустыне дофига там есть. Ну, тропинчи, я не знаю, словили бы. Райчу, ни хрена себе, 47 уровень. Иди-ка ты вот сюда. В принципе, во-первых, нет смысла его ловить, потому что он Райчу, как бы уже последняя эволюция, да? А во-вторых, у нас уже есть вот этот. Ай, у нас уже есть. Сам напал, ладно. У нас уже есть электрический покемон, да?
Вот, я не знаю, сможем ли мы убить Абру. Потому что она тпхается каждый раз, если ее не убиваешь с одного удара. По идее. Ладно, давайте так попробуем. Sleep powder. Не, ладно, иди ты. Не хочешь, так не хочешь. Ни хрена себе. Но он в земле, походу. Как всегда, он в земле. Нет, он не в земле. Офигеть. Так, отлично. Инфернейп. Там еще один покемон босс был, но он, походу, уже сейчас пропадет, потому что мы на этого пошли. Так. Ну что, давайте-ка мы туда еще потопаем. Вдруг. Он там еще. Так, это кто? Нет, это не нужно нам. А вот сейчас уже пропал. Да, сейчас уже. Нет, не пропал. Какие пропал? Не пропал. Если мы еще успеем до него добежать, чтобы он не пропал. Так, потому что тут горы, офигеть, тут горы. Давайте-ка мы как-то вот сюда побежим, с этой стороны, попытаемся его бежать. Потому что через гору тоже как-то не хочется. О, отлично. Да иди ты вот сюда, отлично. Так. Ух, ладно, этим нет. Дам-дам-дам. Что-то мне кажется, что его мы. Хотя. Убили, отлично. Так. Ух, ни хрена себе, таймер болл, макс пошен, ватерстоун. Отлично. Так. О, нам как раз вот туда бежать. Давайте куда-то сюда побежим. Или принц. Хотя нет, давайте еще вот сюда побежим немного. Посмотрим, может еще хотя бы одного того же босса найдем. Давайте сразу же. Ну просто вылечим покемонов, да, чтобы не бег. Да ты издеваешься, что ли? Ладно, не издевайся. Ладно, пускай будет шайни. Еще один шайни. Офигеть. Только, пожалуйста, только. И там босс, охренеть, сколько вас всяких заспанилось. Только, пожалуйста, только не диглик, диглит, и только не одишь. И только не в земле. Одишь, иди-ка ты вот сюда. Иди сюда, пожалуйста. Одишь, иди сюда. Я понимаю, что шайни, но еще один шайни, одишь, это уже не нужно. О, еще босик. Отлично. Юх, ни хрена себе. О, вот давайте на этого побежим. Этого я хотя бы сразу же вижу. А вот тот, походу. Нет, не знаю, летающий, нет. Так. Инфернейп. Так, опять быстро клацаю. Не нужно. Отлично. Отлично. Так, давайте быстренько вот туда. Может, успеем еще до этого. Ни хрена себе. А кто там? Magikarp? Нет, там Голдин, да? А вот второй хрен его знает. А другой, походу. Нет, сейчас. Давайте сразу же вот так. Так. Отлично. Нет. Давайте вот сюда. Будем мы только атаки. Можно сказать, изучать. Ну, в принципе, не только атаки, да, но. Ух, ни хрена себе. Так. Еще если вот этого сейчас убьем, вообще будет офигенно. Отлично. Ох, ни хрена себе, уже почти что половина инвентаря у нас уже в шмотках забита. Так, давайте покушаем. И пойдем мы домой. В принципе, ребят, я так думаю, что давайте уже закончим на этом эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.